На плантациях Астраханской области сезон уборки овощей. Помидоры – основная продукция бригады номер 3 колхоза имени Кирова Харабалинского района. Выращивают здесь также редис, лук, капусту, огурцы. Весной коллектив принял обязательство сдать государству 2500 тонн овощей. Теперь овощеводы наметили новый рубеж – 3000 тонн. Среди сборщиц много молодежи. Это бойцы студенческого отряда Брянского машиностроительного техникума. У них свои планы – собрать за трудовой семестр каждому бойцу по 15 тонн овощей. Герой социалистического труда Алексей Кириллович Кожевников, бригадир. Мастерство и опыт знатного овощевода противостоят любым капризам погоды.